После проведения Дня города городская администрация возвращается в привычный ритм работы. На повестке дня подготовка к новому учебному году, развитие индустриального парка. Индустриальный парк – это специально отведенная территория на проспекте Тракторостроителей для размещения новых производств. Концентрация высокотехнологичных предприятий создает новые возможности для развития экономики республики, решает вопрос дефицита качественных площадей, профессионального сервиса, рабочих мест. До конца года в первом индустриальном парке планируется запуск еще двух машиностроительных предприятий по производству компрессоров для грузовой техники и производству литиевых и холодноштампованных изделий. Будет создано более 70 рабочих мест. Объем инвестиций составит 438 миллионов рублей. Общим итогом запуска всех предприятий второй очереди индустриального парка до 2020 года будет создание более 1000 рабочих мест. Готовится документация для строительства третьей очереди. До начала учебного года остались считанные дни. Все учебные заведения готовы к работе. Также в Чебоксарах продолжаются плановые гидроиспытания, промывка сетей и текущий ремонт в рамках подготовки к отопительному сезону. Горячее водоснабжение отключено в более чем 200 многоквартирных домах. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.